Всем здорово! И сегодня у нас челлендж телепатия. Вот на такой телепатический шлем будут нам передаваться волны. Сейчас оператор поставит свой передатчик, и мы начнем рисовать. О, я придумала! Да, самое главное, мы же забыли, что на рисунок-то одна минута дает. Как мне конкретные мысли пришли в голову от этого передатчика. Я считаю, что это будет Сквидвард. А я думаю, это Патрик. Блин, а как я рисую, ё-моё. Положили фломастеры. Блин. Поворачиваемся и смотрим, где был передатчик. 1-0 в пользу Миши. Ставим второй раз передатчик и другие рисунки. Ну, в принципе, если бы... Да. Ну, в принципе, издалека похож.